6 қаңтар күні мені Арман Дикийдің жігіттері тұтқындап Казахстан гостиницасының ішіне кіргізді. Мужчина утверждает, что был избит в ресторане гостиницы «Казахстан», в которой криминальный авторитет Арман Жумагильдиев, известный как «Дикий Арман», создал свой штаб. Дававший интервью попросил не называть его имени в целях безопасности. По его словам, 6 января возле гостиницы некие люди, заявившие, что выступают против краша грабежей, разгоравшихся в тот день в городе, завели его в отель якобы на встречу с Жумагильдиевым, а затем обвинили в кражах. Бейбіт жүрген адамдарды даладан ұстап алып келіп, жаңағы тұтқындап, Қазақстан гостиницасының балрумының ішіне кіргізіп, сол жерде примерно бір 3-4 сағат тоқтамай тепкілеп ұрды. Мен сол топтың арасында Құдайберген Қайрат деген депутатты көрдім. Сосын солармен бірге келіп, жаңағы сотовый телефонын қосып, бізге сендер мұны мародерсіңдер, зорлық зомбылық жасаған адамсыңдар деп бізді видеоға түсірді. Ранее распространялось видео, на котором Арман Жумагильдиев и депутат Маслихата Алматы Кайрат Кудайберген сидят вместе в этом здании. Сам депутат партии власти Нур Отан на телефонные звонки не ответил. Одному из YouTube-каналов он заявил, что действовал вместе с Жумагильдиевым с благими намерениями. Нақты ол кезде мен оған криминальный авторитет ретінде қараған жоқпын. Жалпы еліне көмектескісі келген адам сияқты көрдім оны. Мужчина, настаивающий, что его захватили люди Дикого Армана, говорит, что вечером в тот же день всех схваченных людей на «Газели» увезли в неизвестном направлении и закрыли в контейнере. Адрес он узнал во время следствия. Собеседник настаивает, что Жумагильдиев удерживал людей на складе в Жетысуйском районе в нижней части Алматы. Охранникам было приказано использовать против пленников оружие в случае попытки побега. Людей, которые ночь провели в заточении, на следующий день увез спецназ. Спецназ қару-жарағы бар, үстінде жаңағындай формасы бар. Ютонг деген көк автобусқа бізді тиеп, полға жатқызып, бізді әбден ұрғыға жығып, тепкілеп, резиновый дубинкамен ұрып, сол кезде қасында жатқан бір болған бір жігітті ұрып тепкілеп, бізді аэропортқа қарта апарды. 11-12 таман мерт болды. Оны жаңағы спецназдар тепкілеп, сол жерде өлтірді. Смерть избитого вооруженными людьми мужчины подтверждают Генпрокуратуре. Там заявляют, что эти преступления – дело рук Дикого Армана. Оның қаруланған адамдары кездей соқ өтіп пара жатқан 25-24 бейбіт тұрғындарын ұрлап, күштеп ұстаған. Оларды бір жерден екінші жерге апарып, ұрып соққан. Нәтижесінде бір адам қаза болған. По словам нашего собеседника, затем его поместили в учреждение СИ-18, где безжалостно избивали еще 6 суток. Тогда же был задержан и помещен в изолятор Жумагильдиев. Его мать говорит, что сын невиновен, а следственные органы пытаются его опорочить. Менде ер азаматым ғой, қалай мен келіп тұрып бармаймын деп барған еді. Ол барғандағы бар мақсаты жаңағы тоқтату. Мынадай талас, мынадай ұрыс-бұрыс болуын қажет жоқ. Мәмлеге келуге болады, бәрімізде құқымыз деп. Оның бар шырылдап айқайлағаны сол болды. Сонымен жүгіріп жүрді. Анашы, мен қалай мен қарап отырам, мен жәрдем беруім керек қой деп. Сүнге тағы да барып тоқтатыңдар деп, оларға айқайлап бекерге жаңа өзің жаралы болды ғой, өзің білесің. Жеті жерден басынан тігіп, әбден қиналды ол жаным. В настоящее время Жумагильдиев находится под следствием по подозрению в незаконном хранении оружия и причастности к массовым беспорядкам. Жумагильдиев известен с 2005 года. В том году Дикий Арман и еще несколько человек напали на участников встречи движения «За справедливый Казахстан» в Шымкенте. Позже против Жумагильдиева было возбуждено уголовное дело, и он получил условный срок. Имя Жумагильдиева также упоминалось в связи со стрельбой в центре Шымкента в 2008 году. Позднее он несколько раз находился под следствием в СИЗО.